Всем привет! Мое утро сегодня началось с ухода. И хочу сказать огромное спасибо и большой привет Лилечке, которая сделала мне такой замечательный подарок на Новый год. Подарила набор от корейского бренда Atomy. Я только сейчас его активно протестировала и могу с вами поделиться впечатлениями, что мне понравилось, чем я тут пользуюсь. И да, девчонки, я вам вкратце могу рассказать. Atomy — это корейский бренд, сетевой маркетинг, который сейчас активно развивается. Там строят свой бизнес девчонки, для себя заказывают. Если вы тоже захотите вступить в их команду, то я вам могу оставить ссылку на Лилю. Она просто супер профессионал, там подскажет вам, расскажет. Насколько я знаю, просто так к ним вступить в команду нельзя, только по приглашению. Так что ссылочка, те, кто заинтересуется, внизу в инфобоксе на Лилю. Она очень хорошая девчонка. Итак, смотрите, вот такой вот замечательный наборчик. Он у нас идет вот в такой коробочке. Я как раз сейчас вам покажу и коробку, наверное, вытащу. Буду использовать под что-то другое, потому что она прям плотненькая, хорошая. А содержимое, ну, самое интересное. Здесь у нас идет пенка для умывания. Девочки, она не такая агрессивная, как остальные корейские пенки. Вот те, они, знаете, такое ощущение, что вы настолько вычистили лицо, что оно у вас сейчас просто порвется. Здесь нет, она помягче, поэтому я люблю ей пользоваться. Я убрала из своего арсенала корейские за то, что вот это вот ощущение стянутости, натянутости кожи. Нет, вообще не мое. Маска-пленка, вы видели, она снимается одним пластом. Она идет у нас отшелушивающая, чтобы почистить поры. Мне тоже нравится, я раз в недельку делаю, и вот вижу, что нос почище становится. Пилинг-гель тоже очень мягкий. Вот вся эта косметика, можно сказать, знаете, такая мягкая, приятная, не агрессивная, но при этом она работает. И дип-клинсер я использую как средство для снятия макияжа. Вначале его, потом пеночкой прохожусь, и лицо чистое, тоником прошлись, и все. Нет никаких загрязнений, так что мне очень нравится. Могу вам в следующем видео, если интересно, показать, как смывает косметику. А я люблю хороший слой. Так что, Лиля, огромное тебе спасибо. Набор потрясающий. С удовольствием пользуюсь. И еще от Atomy у меня есть вот такое масло для волос. Девочки, оно потрясающее. Смотрите, у меня уже половина осталась. Я им пользуюсь просто ежедневно. Особенно если сушу на фен-щетку. Это кайф. У вас прям волосинка к волосинке. Волосы ухоженные, красивые. Одно нажатие. Главное, на корни не наносите. И будет очень красивый, ухоженный эффект. Вот я прям рекомендую это масло попробовать. Если сушите на фен-щетку, тем более. Это будет прям супер-пупер. Так что, Лилечка, еще раз огромное тебе спасибо. Сейчас, наверное, по звуку вы узнаете, услышите. Я на море, наконец-таки пришла на набережную. Тут сейчас так греет, хорошо солнышко, такой прям расслабон, девчонки. Сейчас я вам все поснимаю. Но вот знаете, мне кажется, Кудепс-то большая, и летом здесь просто будет не протолкнуться, чтобы позагорать, отдохнуть. Ну, придем, конечно же, еще и летом, потому что, ну что тут идти 15 минут тихим шагом. Поэтому сейчас все вам покажу. Ну, красота. Лавочки я не ожидала, честно. Вот смотрите. Видите? Лавочки, так хорошо. Люди приходят подышать. Очень круто. И вот солнышко выходит из-за тучки. Кайф. Вот смотрите, весь пляж. Вот он вот так вот идет. Сегодня небо очень красивое, живописное. Морюшко. И... вот, получается всего-то два пляжа. Но единственное, знаете, что, девчонки, ну, я не знаю, может быть, дальше тоже есть территория, но немножечко страшно сюда идти через подземку. Прям вот, знаете, идеальное место для маньяка-убийцы. Пойдемте поближе, вам покажу. Насладимся. Прям вот сегодня реально пахнет море. Кайф. Вот это вот он нам заглушает и портит звук. Видите, тут лавочки прям с кайфом. Люди с детками сидят. Отдыхают, наслаждаются. И сейчас мы с вами спустимся.
Классно этот звук, когда идете, и так камешки, сразу лето вспоминается, сразу, да, такая запах кукурузы, море, жарко, хорошо. Ну а сейчас просто послушайте шум моря. Он такой замечательный. Волны уже разбушевались не на шутку, мне пришлось отойти подальше, потому что они прям такие активные стали. И запах, запах моря, девочки, жалко его не передать. Я вот сейчас сама смотрю. Красота. Будем почаще с вами сюда приходить, наслаждаться, расслабляться. Оно прекрасно. Я думаю, все видели вот этот рецепт, как готовят сыр фета, помидорки черри и макароны. Ну, я, конечно, тоже насмотрелась и очень хочется приготовить. Давайте попробуем вместе. Ингредиентов нужно совсем немного. Сыр фетакса, я его нашла только вот такой, кусочками, надеюсь, подойдет. Томаты девчонки рекомендовали вкусные, надеюсь, они такие есть, но выглядят классно. Спагетти, мои любимые, номер 13, очень люблю. И там нужна еще специя базилик, томаты, травы. Я решила сразу взять вот такую, очень ее люблю. И нужно еще оливковое масло. У меня такого нет, поэтому возьму обычное растительное без запаха. Соединяем. Сыр фетакса оказался цельным, поэтому мы с вами его сейчас нарежем на кусочки. Мне кажется, так ему легче прогреваться внутри и не надо долго держать. А помидорки черри я делю на 4 части, потому что они у меня крупные. Я видела в рецепте, девчонки кладут цельные и все отлично у них пропекается. Посыпаем специями. И посмотрите, какая красота. Это уже выглядит безумно аппетитно. Теперь нужно отправить в духовку на 20 минут и 180 градусов. А в это время я уже отвариваю спагетти, чтобы потом это все сюда закинуть и было как вкусно. Посмотрите, какая красота. Сыр уже разваливается на части. Теперь нам нужно все тщательно размять вилкой, перемешать и добавить туда пасту. Блюдо готово. Вот так выглядит паста, когда я все перемешала. Знаете, могу сказать, по вкусу неплохо, но солоновато. И хочется еще сюда добавить свежий листик базилика, да, для красоты. Ну а так неплохо. Может быть, есть не соленая фетакса, да, это сыр фета. Надо пробовать, девчонки, рассказывайте, как вам, понравилось или нет. Ну, вроде нормально. Но я больше люблю, вот знаете, обычный сливочный сыр. Его расплавили с молоком, туда пасту. Получается еще вкуснее, на мой взгляд. И всем приятного аппетита. Глория, ты тоже хочешь пасту? Ты же не ешь такое. Скажи, так вкусно пахнет. Обиделась, да? Когда Глория обижается, она вот так вот спинкой садится. Все, обида обид. Не дали пасту.
Брат вчера привез со старой квартиры обувь, и теперь мне нужно ее разобрать. Здесь не только моя, здесь еще мама с папой. Будем смотреть, что выкидывать, что нет. Давайте переберем, посмотрим, покажу, какую обувь я носила, и вместе поймем, что мне нужно, а что выкидываем. По-моему, моя обувь посередине. Давайте посмотрим. Да, это мои кроссовочки. Кстати, девочки, они такие неудобные. Я их покупала. Но, знаете, они как носочки. И получается, что нога не зафиксированная. Она туда-сюда ходит. Но оставлю их, чтобы вот тут вот гулять на территории. Так, эти кастинг прошли. Идем дальше. Вот эти вот ужасно неудобные. Я их покупала в Тервалине давно. Но вот знаете, то ли каблук не мой, то ли что. Короче, я в них не смогла ходить. Но они такие симпатичные, да? Холодно. Буду думать, что делать с теми босоножками. Скорее всего, кому-нибудь, может, отдам. Здесь у меня вот такие кроссовочки с AliExpress. Они удобные, но видите, уже внутри все испортилось. Поэтому... буду, наверное, выкидывать. Мисс Глори идет, говорит, ты что без меня делаешь здесь? Так, а это мамины. Мамина не трогаю. Здесь у нас для дождя тоже не трогаю. О, белые тапки. Надо их простернуть хорошенечко. Так, здесь, о, мои любимые голубые босоножки. Их я буду сюда. Вот видите, здесь каблук побольше, и, видимо, моему подъему как-то комфортней, а в тех вот не то. Видите, я, конечно же, оставляю. А это главный помощник пришел. Такой сладенький, такой любимый. Ну, обожаю, обожаю. Ну, иди, смотри, что там у мамочки есть. Так, дальше. Кроссовки. Вот такие вот яркие на весну. Ну, не яркие, наоборот, такие нежные, пастельные. На весну тоже буду носить. От них мы не избавляемся. А дальше. О, я и забыла, что они у меня есть. Вот такие вот теплые ботиночки. Их я оставлю, если будет холодно. И это дело нужное. Замшевые, классные они. Очень их люблю. Удобный каблук из Зендена. И вот это очень красиво смотрится. Молния. В общем, люблю их. Хорошие сапоги. Ну иди, иди, у тебя здесь какая-то обувь есть? Что ты себе покупала? Кроссовочки? Или ботинки? А может, ботфорты? Такая она смешная, не могу. Вот такие у меня еще очень красивые ботильоны есть. Они классные, но я в них до сих пор еще никуда не сходила, потому что каблук очень высокий, и это только, знаете, передвигаться на автомобиле. Красивенько прошлась, хотя здесь есть вот такая потайная платформа, подошва, платформа. Красивые, пусть ждут своего часа. Так, чтобы в кадр поместить, еще у меня есть вот такие сапожки, но они не такие удобные, как замшевые, но эти высокие. Тоже их пока оставлю. Пусть они у меня будут. Какая прелесть. Эти мне пришли с какого-то из китайских сайтов на обзор. Я заказывала. Но они, девочки, очень мало мерят. Это размер, по-моему, да, 40-й. У меня нога, в принципе, влазит. Но не очень комфортно. 38, мне кажется, прям будет здесь супер. Ну, красивый, да? На солнышке так блестит, мехом отделано. Наверное, вот эти блестящие я буду кому-то отдавать, потому что на мою ножку тесновато. Так, идем с вами дальше. А, вот еще одна стопочка. Мои любимые босоножки, очень красивые. Я их в Каре покупала. Но у меня много обуви именно из Каре, Зенден. Такие вот удобные, красивые. В них можно ходить, ходить прям весь день. Ножка не устанет. Оставляем. Дальше. Ну вот это вот мамины, это пусть сама смотрит тоже, это с сайта AliExpress, очень удобная сеточка, ну я думаю все знают, я просто их видела в первый раз в Каре, но там они стоят гораздо дороже, чем на AliExpress на тот момент, поэтому сюда мамину кучку. Так, кожные такие ботиночки. Оставлю. Они удобные. Когда дождь, самое то. Так, здесь мои любимые шлепки. Вы их много раз видели. Это Зенден. Оставим летом гонять. О, мои туфли.
Обожаю лодочки, очень красивые. Люблю. Оставляю, конечно же. Их я тоже покупала в Каре. Они удобны, у них классная колодка. О, вот эти вообще супер. Тоже с Каре. В разных расцветках они есть. Здесь так вот красивенький вырез. Их надо оттирать. Хорошие, мне нравятся, удобные тоже. Если сравнивать с белыми, то вот эти еще удобнее. Можно в них ходить спокойненько. Так, и вот такие еще у меня есть. Вот, эти прям на маленьком каблучке. Такие тоже симпатичные. Но те удобнее. Вот, видимо, маленький каблук мне не совсем подходит. Хотя, ну, кажется же, он супер удобный, но нет. Мне нужен, видимо, повыше, у меня подъем высокий. Связано это как-то или нет? Короче, вот так вот. Еще одну стопку перебрала. Прекрасно. Начнем отсюда. Это мамины балетки. 100%. Вот я вас там поставила, и мне кажется, никакой динамики. Это тоже мамины. Кстати, до сих пор мы так их и не носили. И из Fix Price вот эти дождевички на обувь надеваете. И типа будет супер. Так, на пол кину. А это мои. Вот единственное, они удобные. Видите, уже как пожелтели. И я переживаю, что из-за того, что я их долго не носила, что может вот эта вот часть... Эх, доставайся. Вот эта вот часть просто порваться при носке. Видите, они уж такие убитые. Буду тоже думать, что с ними делать. Так. В эту стопочку. Но это точно мамины. Тоже ее. Тоже. Так. Это тоже ее. Тоже. И внизу. Тоже. Все. Здесь мы с вами все посмотрели. Здесь мамина. Это тоже мамины босоножки. Она их на свадьбу брата надевала. Так, здесь у нас что? А это мои босоножки. Такие вот. Мне очень понравился вот этот вот элемент на каблуке. Смотрится интересно, когда идешь. Вообще, полюбила очень голубой цвет. Это Zenden. В мою стопку иди. Так, а это какие-то шлепки. Не знаю, что они здесь делают. Пусть тоже разбирается маман. Так, здесь разобрались. Здесь это мы видели. Здесь это мы видели. Это мамины балетки. Это мамины босоножки. Это мамины босоножки тоже. Ее туфельки. Вот она у меня очень любит мокасины. Прям говорит, супер удобная обувь. Так, уберем сторонку, чтобы все видеть. Это я покупала себе, но мне почему-то они не понравились. Они были на скидках, типа удобная обувь. Ну, какая-то она, мне кажется, возрастная, что ли. Кинула в мамину стопку. Пусть подумает. По-моему, они ей тоже не понравились. Так, это мои туфли. Ну, вот очень хотелось красные. Они вроде аккуратненько смотрятся, но уже с такой царапкой. Я, наверное, их на выброс поставлю. О, а это мои сапоги. Вот такие вот. Я их ношу только со штанами, потому что, ну, мне как-то вот здесь не хватает длины, но они супер удобные. Здесь вот такой вот каблучок. Помню, на работу постоянно ходила со штанами классическими. Смотрелась красивенько, так аккуратненько. В мою стопочку, конечно. Эй, ты! Ах ты, хулиганье! Вот эта фирма, кстати, девочки, неплохая. У нас на юбилейке был такой магазин с кожаной обувью. Мы часто покупали удобные. Это мамины сапоги. Они супер теплые. Так. Это что у нас такое? Это тоже мамины полусапожки. Так, мы почти с вами разгребли эту кучку. А по-моему, та стопка папины. Это еще одни мои туфли. Я их покупала, чтобы носить в дождь. Вот такие вот. Но они мне уже тоже не нравятся. Мне кажется, чересчур такие, знаете, теткинские.
Нет, я их носить точно не буду. И последняя здесь обувь, это мамины. Все, мы с вами разобрали. Это ставим на базу. Это возвращаем на базу. Ну что, я осталась лично довольна. У меня всего лишь вот эти вот две стопки. Все остальное не мое. Но я перед уездом просто действительно все перебирала. И у меня есть еще две пары новых кроссовок. И ботиночки, которые я теплые ношу. Насчет этих буду думать. Так что вот так, девчонки, вы увидели, какая у меня обувь. Ну, я бы еще на самом деле от некоторых избавилась, но как-то рука не поднимается. Вот такой у меня сегодня получился влог. Огромное спасибо, что вы его посмотрели. Желаю вам отличного настроения. И увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока.